Маленькая тут доработка у меня для этих прокаточных роликов. На этой прокатке, что я собирал. Услышал я там в Ютубе. Не увидел даже и не услышал, а прочитал в комментариях. По-моему, там холодная ковка 26. Ну, человек благодарит его за то, что посоветовал поставить ограничитель. Ну, я видеть не видел, но так своим умом дошел, что ограничитель для того, чтобы дальше не засовывать заготовку, когда заминаешь. То я пока его заминал, вот это окончание, время там тратил раз пять, там сколько-то. А это за два раза сейчас стало получаться с этим ограничителем. То есть приварил как бы у нас здесь на это ухо болтик. Вот так временно вроде, думаю. Уголочка кусок прорезал отверстие. Просверлил отверстие, прорезал, чтобы оно регулировалось. Ну и получается, что мы первый раз вставляем заготовку, ну немного вставляем, там сколько-то. Ну допустим вот так, ну это на глаз. А второй раз на полную она раз уже ну, прокатывает и готова. Я прям даже намного ускорился процесс замятия этих окончаний. Можете себе попробовать. Ну, так я вроде бы ни у кого не видел там, чтобы на станках они стояли. Посмотрим сейчас. Я, конечно, уже проверил. Одинаково. Я думал, у меня скорость маленькая, поэтому я медленно делаю. Нет, получается, что все одинаково, все ровненько. Сделайте себе, понравится, быстро, хорошо получается. Вроде бы мелочь, а работает. Оба конца одинаковых. Ровные.